Кубок Золотого кольца в столице Золотого кольца. Ярославль принимает третий этап всероссийского турнира по плаванию. Эти соревнования организаторы проводят как семейные. На дорожках спортсмены-любители и взрослые, и дети. К слову, на турнир прибыли участники со всей России и ближнего зарубежья. Дистанции 50, 100 и 400 метров. Для самых смелых заплыв на 60 минут вольным стилем. Однако кульминацией турнира стало вовсе не награждение победителей. Больше всего юные спортсмены ждали автограф-сессии с именитой спортсменкой, лидером женской сборной по плаванию и куратором турнира Юлией Ефимовой. Надо, думаю, уже начинать потихоньку поддерживать такие мероприятия, развивать их, потому что это наше будущее, дети, плавание. И хочется, чтобы больше людей смотрело, приходило в плавание. Я думаю, это хорошая мотивация для детей тоже. Поэтому мы сейчас будем больше работать над этим, это будут не единственные соревнования.